И снова всем привет, мужики и мадамы. Сегодня я хочу вам рассказать про самую лучшую десятку, которая у меня есть в ангаре. Это СТБ-1. СТ-шка 10 уровня, японская. То есть вы помните, как я отряд Дарвина на 61-м выкатывал тайпе, как на СТА гонял. Но я на них не страдал, а на этом прям вообще просто кайфую. Вот офигенный аппарат. Я много блогеров смотрел, которые про этот танк прям лестно отзывались, фонтанировали в разные стороны там радостью. Ну, как бы не особо верилось, хотел самому пощупать. Вот, собственно, пощупал. Это круто. Это прям вообще, это кайф, чистый кайф. Вот чистый-чистый кайф. Сейчас объясню, почему. Во-первых, я на радостях, когда чуть на нем прикатался, воткнул на него бонку. На момент, когда я взял на нем мастера, про который будет ролик, у меня здесь было обычное оборудование. То есть обычный вентиль, обычный тосыл, обычная стаба. КД было порядка 5,8 секунд, сейчас 5,7, 5,64 что ли, как-то так. Ну не сильно поменялось, скажем так, с бонкой, но до этого у меня бонка была на прогета, но в прогета я разочаровался. 8-9 уровень, который был до прогета, мне больше нравился. Прогета, ну, как-то скучно. Полный магазин там 40 с лиховым секунд заряжать, мне такой не нравится. Вот, ну, правда, что-то как-то скучно. Не для меня этот аппарат. Вот этот прям для меня. Во-первых, у него крепкий лоб, мне это очень нравится. Рикошетный корпус довольно-таки. Вполне динамичный, быстрый. Классная пуха, с хорошим пробитием, с хорошим уроном. С КД 5,5 секунд, это вообще сказка. Но самое крутое, это вот ради чего я выкачивал, это гидропневматическая подвеска. То есть, если вам не хватает углов наклона, и танк ваш едет либо медленно, либо стоит на месте, у вас поднимается задница, опускается морда, и дудка опускается еще ниже. То есть, практически с любой горки можно закидывать горизонт, при том у вас будет торчать только кусочек башенки, который все рикошетит. Ну, практически все. И при этом у вас офигенный обзор. Прям по мне танк. Он идеален. У меня для него был спиди-гонщик один и три камикадзе пустых. Я купил две книжки по 2 ляма серы и вкачал им, ну, чуть перки. Все. Теперь это вполне играбельный аппарат, на который я перенес бонку с прогета и просто теперь кайфую на нем. В общем, хватит дудку на нем мять. Да погнется еще, а то тут вот так уже что-то там посередине набинтовано у него. И поехали. Повоюем, посмотрим. Погнали. У нас малиновка, стандартный бой. На зеленку вместе со светляками я их не хочу. Именно прям по зеленке там стоять троить. У нас очень крепкий лоб, ни одной арты нету. Поэтому есть смысл поторговать щами. То есть я такой сегодня буду светляк, который забежал на середину и... И просто ЛТшку на ходу снял с гуслей. Все, отлично. Правда, я получил чуть-чуть от него. Нет, не видно. И эпизиты лови. Кто еще? Ну, чё какой? У тебя какая грилька? Побежал. Далеко ты убежишь, интересно? Блять, он не понимает, что происходит. Вообще, ему надо скрыться, ему нужно убежать. Ему постоянно светят, блять, что же делать, как же смысл? Никак. Я же тебя еще и добью. Фулового, да? Разобрал, получается. Да? Не особо скрылась курица. Теперь это страус. Он ебало в песок закопался насмерть. Ну чё, какой объедок. Хитрожопый. Щи рикошетят. Блять, вот и еписи не попал. Печально. На. Добью я тебя, интересно. Нет. Печально. Был бы еще фраг. На. Какой комфортный танк. Как я обожаю СТБшечку. Вот еще один копилочку. Домой. Стервозольчик. Ну, этого... Разобрали. Маус-член! У тебя какой лазит. Ну, я тебе голду заряжу. Чё теперь? У меня же выборочки скоро закончатся таким темпом. Ля, Пёдор. Ты куда пойдёшь? Вот сколько у меня попаданий уже, а? И непробиваний. Вот был бы я протаксист. Я бы сейчас уже нашвырял 1008, блядь, уже успел. А так... Так нет. Даже в щеку его не пробил. Да что такое? Что за заговоренные снаряды у меня сегодня?
Проклятие какое-то. Наверное, нервон у них. Окей. Ведерко. Ведерко прилетело. Еще ведерочко. Еще будет ведерочко? Еще одна ведерочка, давайте. Хуерочка. Нет, его сейчас добьют без меня, да? Ну, куда тебе? Конечно, нет. В теменную область ему не заехало. Конечно, это уже труп. Итого, 4 косаря накидано. Чуть-чуточку насвечено у нас. Чуть-чуточку. Пока даже не знаю, сколько. Потом посмотрим. На. Конечно, нет. Мне скоро снаряды закончатся таким. Ты как сюда пролез? Светлая ты душонка. Нет. Да, у меня процент попадания охуетительный. Просто я снайпер мохнатый. Ну, ну. Я все хаты тут попереломал к херам. Ну, на. Конечно же нет. Конечно же сверху. Конечно же в Иркутск еще один метеорит упал. Маленький, правда. Такой. Щебенка. Ну, упал. Вот это хорошо повернулся. Это прекрасно. Это на. По-моему, просто по КД стреляю всю игру. Попадаю, правда, редко, но стреляю постоянно. Ну, высунься, слышь, ты мне конвейер поломал. Нет. А это что такое у нас здесь? Это вот он и был. Готов. Так точно. Ах ты, сучонок. Ты чё такой хитрозадый там в углу сидишь? Этот у нас ЖД. Давай мы с тобой щами поторгуем. У кого покрепче будет. Я сейчас на тебя всю голду потрачу. И не пробью, да? Потрачу и пойду на ББшку. Конечно. Конечно, всю голду в песок закопал. Потом там будут эти ботаники с металлоискателем лазить. Золотые слитки находить. Да твою ж. Все, разочек ББшечкой и все, и забью. Уже забил. Ничего себе! Собственно, мы тут все протоптали, а у нас тут, оказывается, кто-то в тыл проник. Как он здесь проник? Как ты здесь пробежал вообще? Сквозь эту толпу и живой фуловый разбираешь нашего братюню. Ты что делаешь? Что делаешь, негодяй? Вот тебе. Просто цель захвачена. Просто цель захвачена. Я даже не буду тебя выцеливать. Ну вот тут буду. Еще разочек тебе надо. Еще тебе разочек, тварь. На! Гусленька, обуешься? Обуешься. И далеко не убежишь. На. Итого у нас остался шкодист. Шкодер. Шкодняк. 6 косариков накидано. Как же вкусно. Как же вкуснейшее. Вкуснейшество. Где он? Вот он! Дайте шот! Last shot! Да. Это, конечно, не воин, но боец настоящий. Потанцуем носом, носом потанцуем. Вот теперь давайте попиздите мне то, что вы так не делаете в конце. Ну и вот долгожданный мастер на этом танке. Потно, душно мне было его взять на нем, на самом деле. Потому что порог мастера высокий. 1401 чистого опыта нужно было. 6600 накидано. Почти 5 косарей насопорчено. И мой крепкий лоб отбил аж 250 урона. С чем я тебя и поздравляю. А сейчас, по уже сложившейся традиции, я зачитаю парочку комментариев. Первый коммент написал Роман Комаров. У комаров тоже роман бывает, кстати, да? Ну, комары-то как-то появляются. Каламбурчик. Не успел, говорит, домой прийти, а тут твой видос. Так и сижу со спущенными штанами, видос смотрю. Ромка, ты аккуратней. Родители зайдут, и тут такой с телефоном в руках со спущенными штанами. А там мужик что-то разговаривает в телефоне. Тебя не так поймут. Перестань так делать. Следующий коммент написал Сергей Стич. Хани Баджер в 62-ку посадил мадамам, а те едут, селфуют себя для инстаграмов. Как всегда, лайк. А я-то думаю, чё они, сука, все время не туда едут, не так попадают. Я думал, это я такой криворукий, а оказывается, нет. Это все в мадамах проблема. Они вот там за дорогой не следят, в прицел не смотрят. Заряды заряжать не умеют, они селфуются. Инстакурицы, да, вот разжалуй я их.
Посажу их потом во рту, и пусть они там отрабатывают, собственно, свои промахи. И еще один комментарий прислал Николай Ситаев. Короче, налил я, говорит, полную ванну кефира и никаких новых встреч. Только яйца втянулись до пупка, и кефир свернулся. В общем, пацаны, кефир не работает. Коля, а ты перед этим кефир заряжал? Ты его на зарядку ставил моими видосами, нет? Ну, ты видишь, у тебя все не так получилось. Ты что, пацанов дезинформируешь, что у тебя там ничего не работает? Ты все неправильно сделал. Все неправильно. Так что сделай все в следующий раз правильно и жди новых встреч с кефиром. Не делай так, не надо, сука, это ужасно звучит. Ладно, всем спасибо. Пока.